No, English so good. Very Хоть у них идей, но что-то вообще тухленько. Почти никого нет в зале. Может быть, потому что рабочий день, и они подтянутся к 6 вечера, то есть это будет в 4 утра. Там, в 4, в 5 утра. Рулька скоро. Сейчас у них сетап, они готовятся. Апсайт. Даже мне нечем вас развлечь. Развлечь нечем. Speedrun World of Warcraft. Нет, не будет. Начало, как только так сразу. Это будет идти до воскресенья. Еще 4. Ты среда уже или вторник? Среда, еще 4 дня. Я не буду петь, я не певец. Террария. Террария вроде не будет. Можете открыть расписание и посмотреть. О, у нас еще и человек, который проходит игру. О, замечательная музыка. Кто-нибудь напишет название ее. Обычно на экране они пишут название того, что они включили. Говорили поближе к микрофону, просили. Единственный комментатор, который считает. Но я не буду бриться до конца марафона, мне лень. Я даже бритвы не брал. И стихи не буду рассказывать. Мы находимся где? В GLHF. А, это у нас. Нам можно написать даже GLHF команду. Сейчас попробуем. Должна быть GLHF команда. Да, о, геймерская тайм-кафе в Москве, где приходит наш стрим. Армянский переулок, дом 3-5, строение 10. Модеры позаботились о нас. Спасибо. Мы любим модеров. О, добрый вечер, господа, говорит. И сейчас начнем. В 2004-м вышла игра. Commonly known as Matt Makes Games, but at the time of release, this game was released by Yo Mama's Mama. Игру выпустила твоя мать, твоей матери мама, твоей мамочки мама. И это очень странное название для компании. Наверное, Poison должен был быть сейчас, но как-то он пропускает такое имя Мирана. Super Meat Boy, but you know, this game predates Meat Boy. This is before Super Meat Boy was even meaty and super. You know, this is the OG game here. Это перед тем, как появился Супер Митбой. И главного героя этой игры называется... Главное... Имя главного героя этой игры — Огма. И мы, естественно, как я уже сказал, сможем увидеть его в качестве дополнительного скина Супер Митбой. 3, 2, 1, поехали. Бэм. Мы обладаем двойным прыжком, прыжком после падения одним. Поднимаем стрелочки. Ну, тут, короче, вот здесь I wanna be, то же самое, там, Боши, ну, типа того. Ну и Супер Мид Бой. Most of these levels have little nice little blocks and things, such as that green block, that's a springboard. Прекрасная квадратная игра, скорее всего, не слышно. Сейчас Салкер сидит, но он предпочитает отмахиваться. Здесь голубые блоки, и они падают. И все голубые блоки, которые упадут, они будут там, где они упали. Лоджика. Это не наш курс.
and electricity. Да? All of those would kill you. А, да, курсор, топовый курсор, кстати. Но он, на самом деле курсор нужен. Он играет на компе, и курсор нужен именно для того, чтобы переключаться между уровнями. Так что будет в порядке. И тут электричество через красное. Можно прыгать, пропрыгивать через желтое? Нет. И вот эти красные кнопочки, они свечи, которые открывают двери. Вот мы видим розовое. Это принцесс. О, первая смерть. Well played. So one thing that I want to mention is that after every single sector, you will see me move my mouse to a certain part of the screen. This is so that I can actually, as soon as I finish the last level, I can immediately click and enter the next sector. Эмулятор Принц Персии какой-то. I don't have to move my mouse afterwards. Как он уже объяснил, что мышка специально находится в том месте, в котором она сейчас находится. Да, ZX White, капитан не отпускает нас. Сегодня я буду капитаном. И, как я говорил, у этой игры есть история. Огма пытается убежать от злодеев, которые его создали. В первой игре они его поймали, а это вторая игра. И в начале нашей игры, прежде чем мы начнем, когда он начинает в пещере, на самом деле он выпрыгнул из самолета. Такой вот у нас необычный персонаж выпрыгнул из самолета и убегает. Убегает от своих создателей. Так что вот, наслаждаемся убегашками, соревнованиями. Вот сейчас вот отлично, это был хороший скип. Это было красиво. То есть, эта синяя штука даст ему, похоже, прыжок. Это очень интересно, сейчас посмотрим, получится ли у него. Это сложно, он говорит. Уже два раза зафейлил, он говорит, поэтому время... Будем экономить время и умереть выше. Another thing to note is that whenever the soundtrack loops in this game, or whenever the song starts, it actually causes a little bit of lag. И поскольку это топовая игра от топового производителя, каждый раз, когда музыка входит в лупу или повторяется по-русски, игра подтормаживает. Первый уровень с боссом. Ну, просто нужно уронить все блоки. Ничего сложного. Он говорит, как видите, у меня есть паттерн, рисунок, на котором я двигаюсь. Да, я задрот. Ну, вот. И сейчас будет мультик, который мы пропустили. Поезд. 2D-поезд двигается в сторону скалы. Двигается. И пуф, он взрывается. Нет, он просто сталкивается со скалой, и Огма вылетает. Вылетает и приземляется в пятом уровне, а мы сейчас в четвертом. Это сон Огма. Вот такой вот bullet hell творится у Огма в голове. И как bullet hell? Ну просто, ой-ой-ой, что делает? Вот эти блоки, они ломаются каждый раз, когда мы от них отпрыгиваем. Ну, в принципе, нечего рассказывать, как я уже и говорил. И он говорит, Раннер говорит, что ни одно произведение музыкальное не было создано специально для этой игры. Все откуда-то скопипащено. Только вроде бы как в одном уровне будет оригинальная музыка. Bullet hell. Нет, просто я не знаю, почему-то мне нравится это слово, поэтому я использую его. Было плохо. Он говорит, нам необходимо сбросить ящик и вовремя нажать на кнопку, пока ящик падает. Таким образом, что-то получится. Сейчас посмотрим. Отлично. Это не сложно, конечно же.
Ну, тоже требует определенного скилла. Это последний уровень сна. И каждый сектор имеет 5 уровней. И дальше нам показывают ролик, где великое зло, или точнее создатель Огма, общается с призраком-роботом и просит его схватить Огма. Призрак-робот, ничего не... И сейчас мы делаем то, что умеем делать лучше всего. Пропрыгиваем очередной данж. Ну, как вы видите, немножко посложнее стало. Чуть-чуть посложнее. There's an easy mode for this game, which gives you checkpoints, but we don't have time for that. Okay. Ой, ой, ой. So this level, it actually has a bit of a glitch in it. If you Он говорит, что здесь есть глич. Past these blocks. Normally these blocks are supposed to follow you, but by doing a bit of a skid jump, but not actually. Он говорит, что если делать определенные прыжки, то можно заставить блоки перестать двигаться. There's a bit of a skip I'm going to do, and this one is pretty precise. Он говорит, что сейчас скип, который мы будем пользоваться, достаточно сложный. О, почти, почти. Это красиво. Здесь красиво. Я думаю, он еще раз попробует. Но, скорее всего, не более. There we go. Красиво, okay. Красиво. That's a hard one. Очень сложно, на самом деле. И тут нас настигает привидение. Но мы не увидим его, к сожалению. И это что-то типа автоскроллер. Привидение робот преследует нас. И спойлер, оно нас поймает. Топовая музыка. Что-то слишком часто умирает. Это спидран или что? Я вот вообще не понимаю. Он так быстро... Ну да, то, что... Что, о чем я и говорил. Что настолько быстро движется наш раннер, что... Что мы не увидим даже этого призрака. И катсцену не посмотрим. Такие вот мы нехорошие игроки. Ну, с четвертого раза это, ну, реально казуальщина. И сейчас мы в тюрьме, или точнее, на заводе. Из нас хотят сделать работягу, но мы сопротивляемся. И, скажем, как это называется? Как было, такой смайлик был классный, там, орк, потом, скажем, нет, чему-то там, потом сморк снова. Вот не помню. Скажем нет, работяги. Скажем нет. Как-то так. Топовая музыка. Ой-ой-ой. Он говорит, какой-то скип есть, и он хочет показать его нам. Вообще, интересно, что он делает. Ой-ой-ой-ой, красиво. И он должен был проскочить сквозь систему. В принципе, что он и сделал. Да, мы не будем рабами, все правильно. Вот мы не будем рабами. Это очень правильно. И под таким лозунгом Огма пытается убежать. И он убегает. Мы убежали и сделали то, что делаем лучше всего. Выпрыгнули из завода. И попали в заснеженную локацию. Как же без заснеженной локации? Возможно. I believe it doesn't move you if you're pressed up against a wall on your right. Yeah, it but otherwise it just moves you to the left. Did it again. And basically messes up with your jump. Чё-то пока, ну реально, спидранер
Мне кажется, Super Meat Boy по хардкорнее, чем вот, вот эта вот 2D тема. Спидранеру надо это, собраться, собраться, спидранеру надо. Есть проблемы с ветром, то есть когда у нас дует ветер, мы не можем двигаться в ту сторону, с которой дует ветер. Тут прям мощный ветер, горный. Ну, нас это не останавливает. Можете заметить. Да, вот правильно говорит Dark Soul. Вот лучше бы вот эту игру поспидранили. Вот это топовая игра. Без сохранений. Топовая игра. Как говорит Runner, ему не нравится этот уровень из-за некоторых прыжков, но чудо, он не зафейлил. There are a few different strats you can use to get past that, and almost all of them require a frame perfect or like almost. И тут человек, который пробегает игру, жалуется на том, что вот некоторые прыжки требуют идеальных движений и кадров. Ну вот видите клетка, так что все-таки поймали нашего работягу, но он опять как true. Выбирается из клетки. И если кто вдруг нечаянно забрел в интернете на эту игру, то это ремейк из Прыг-скокера 1, уровень из... Оттуда взяли вот эти вот уровни и чуть-чуть усложнили. Как видите, подлатали графику, тут чутка квадратики под квадратнее, да, стрелочки красивые, шипы, пики, все на своем месте. Ну и музычка, конечно же, как же без музычки. И вот они. Обычно почти в каждом... В таком пропрыгивающем уровне, там, где в игре, в которой надо прыгать, есть такие уровни, в которых там много шипов или много того, что тебя убивает. Вот примерно то же самое сейчас мы видим. Так много огня. И следующий уровень, говорят, что самый сложный уровень. И тут даже негде приземлиться. Сосредоточься, давай. Хорошо. Это почти. Нет, хлопать рано. Not over yet. It's not over yet, Snake! Отлично. Вот теперь можно похлопать. Он справился. Like it's there are two fireballs like right next to them and there's only really one pixel where it works. So that, yeah, I just don't go for it runs. Чёрный наказатель. Да нет, да он обычный, знакомый и даже, наверное, друг нашего игрока. Shout out to indie game makers. I could never beat Jumper 2. Amazing to see it done so quickly. Looking forward to Momodora later too. И вот он, призрак-робот, такой голубенький. И если мы дотронемся металла, как ни странно, он сагрится на нас. И поскольку он призрак, он пролетит сквозь все преграды и встретит нас. И поскольку он робот, он нас уничтожит. Но вроде пока не касается металла, все в порядке. Найс. Yeah,
this first level is probably the hardest of all of the levels. Этот курсор, да, этот курсор специально, так задуман. Все в порядке. Yeah, that one side section there is just pretty difficult. Also, one thing I mentioned earlier, the black star removes your double jump. Oh yeah. And you have to collect. You have to either finish the level or collect the yellow star to get it back. Or you can also die and get it back, but... Yeah. Говорят, если приглядеться, то вы можете найти в своем рабочем столе такой же. Посмотрите, поищите! Помогите! Найти курсор! Jeffrey Morris. Jumper 2 was one of my favorite games coming through high school, and the rocking level editor... Вы представляете, зашел только что донат, и человек признается, что это была его любимая игра в детстве. Отличное детство у человека было! Отличное! Но молодец, что донатит и поддерживает ГДК. Да, этот уровень намного сложнее, чем выглядел. И хотя бы что-то он делает, хотя бы что-то выглядит легче, чем оно есть. Потому что многие уровни выглядят под его руководством как-то не очень. Не везет ему сегодня. Не везет. Возможно, просто волк. Может быть, волнуется действительно, но в зал его он сильно не поддерживает, мало там людей, никто не может ему похлопать и сказать «Давай, ты можешь!» Ну, так вот. $50 from Song. Good luck to Celestix. Осталось совсем немножко. Нам сейчас должны были показать сцену. Это вот главный босс. И мы почернели. Мы подгорели и почернели. И нам нужно отправлять синие шары обратно в него. Как видите, и автоскроллер, ничего не избежать, и как бы полный отстой. Наблюдаем. Мирового рекорда точно уже не будет, потому что он сильно нафейлил. Unfortunately, the last attack is a homing attack, actually. The first two you have to aim... oops. Yeah, the first two you have to aim, but... Окей, он победил босса. И нас ждет последний сектор. Он... Я вам скажу, вот, наверное, вот он действительно сложный. И... Если здесь он где-то зафейлится... Вообще нет проблем. И призрак, как вы видите, теперь на нашей стороне. Как это вышло? А так, что призрак предает своего босса и уничтожает его. А и что еще более важно? В третьей части этой замечательной игры он отправляет созданное существо, у которых никак не может быть родителей, кроме, естественно, создавших его, в космос на поиски родной планеты. И что вы думаете? Он ее нашел. Смотрите в следующей части. Прыг-скокер 3. Как видите, я подготовился, сюжет посмотрел, потратил свое время, чтобы вот посмотреть вторую часть, посмотреть третью часть. Вы все увидите с первого источника, как видите. Замечательная игра. $50 from Iron Ranger Bob. Good job making Jumper 2 look easy, bro. Keep it up, XOXOXO, smiley face. That's my sister. In this level, you got some sentry bots. It shouldn't be too much of a problem. Ay-yi-yi-yi. Yeah.
One thing to note is right at the start, I flick on that electricity switch. That just lets the other Ogmobot, as it's called, that lets him out. And so that just... оказывается, эти стреляющие роботы, их зовут муботами. О, что это? Мубот, ты ли это? Мубот, ты ли это? Да... Мемесити прям какой-то. Это последний уровень. Он вообще легкий, на мой взгляд. Здесь он точно не должен умереть. Точно. But once you're done that, we get to this last little section where we'll have the conductor is going to shoot the same. He'll be shooting two attacks just like before. But you also have these two other Ogmo type. Super boss fight. Jumping around the bottom. Как я говорил, белый и фиолетовый нас предают. Фиолетовая и белый. Мы отправляем синие шары нашему призраку, усиляя его. И развязка. Ghostbot, что ты делаешь? Атакуй Огма. Hadouken! Okay. Ну и вот конец. Все вылетели. И на этом... Right, so this ending cutscene, I completely don't understand what it's supposed to mean, but... Но сейчас вы должны, по-моему, написать to be continued. Kind of sees himself impaled on a little spike there, and then... Та самая стрелочка. Вот так вот. Не будем рассказывать, что было в конце. Никто ничего не видел. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Замечательная игра. И сейчас к нам, по-моему, если не ошибаюсь, заступает Стиралигатор с следующей игрой. Селеста. Его там еще Промпт и... Промпт. Избегающий козел. Escape God 2. А с Промптом... П... Просто это как бы раньше была программа для перевода, сайт, точнее, такой. Вот. Иногда часто складывалось такое впечатление, просто, это знаешь, он был до того еще, когда был Google переводчик. Иногда просто казалось то, что игры целиком и полностью... Далеко мы полностью просто переводили в нём. Ясненько. And lastly, $75. Watch the Dust Force DX run with my sisters and had to donate for that incredible show of skill by Surveyed and Couch. Thanks to all at SGDQ for making this possible and for sharing with the world. Donation goes to Surveyed's Choice. Наверное, надо позвать аллигатора. Сможешь? Давай я позову. Ждем аллигатора и настраиваемся. Я пока могу, не знаю, в принципе, могу узнать у чатика, как понравилась ли вам игра. А нет, кажется, аллигатор уже идет, и я не буду вас мучить больше вопросов. Отдохнул? Человек вернулся. Человек-аллигатор вернулся с новыми силами. Аллигатор-человек вернулся с новыми силами. Сейчас нас будет Эсилесты. За процентов процент? Я не нашел там, там 0-0-0 было, поэтому вот видишь, что... Я думаю, это я не персонал в любом случае. А, нет, SexRex, CLS, 100%. 100%! 100%! Если честно, я про CLS мало чего помню, надо сейчас будет открыть спидранутс и... Как игра была, Джампер-то?
Спроси у чатика, я думаю, отличная игра. Отличная игра. Так, па-па-пам. Ме. Так. Нотекс. Открываем чатик на планшете.